Чок должен усвоить два правила. Первое. Мы не обслуживаем тёлок. Что? Мы не продаем акции женщинам, и плевать, кто они. Пусть звонит хоть жена президента, от них одни проблемы, и они никогда не кончаются. Они будут звонить каждый день, спрашивая, почему акции падают, и, боже упаси, если акции начнут расти, тогда они будут звонить каждые 15 минут. Оно того не стоит. Я понял.